Юни, вот чтобы больше такого не повторялось, вот почему ты меня решила вообще утопить? Что это за бред был, а? Да нет, просто на меня так действует полнолуние. Больше такого точно не будет, точно, не точно. Юни, там что-то падает, это что такое? Ай, ай-яй-яй-яй, ай, блин, ай, как больно. Побежали туда, это что, метеорит был? Похоже на то, какой-то камень просто свалился с неба. И там видел руки Райма, наверное, они уже отлетели от его тела, но это давай проверим. О, Райм, бежим? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы надеялись, что уже нет... А, что? Что? Ты офигел, что ли? Хорошо, что моя касочка меня спасла. Так, подождите. И на меня упал, походу, дело метеорит. Ой-ой-ой, ребят, ты нашел какую-то непонятную штуку. Что это такое? Опа. Покажи. О, я, кажется, знаю, что это. Что это? Это браслет. Ты дурной. Почему? Ты что, не смотрел Бен Тен? Это Амнитрикс. Тен это 10 по-украински будет, по-моему, если я не ошибаюсь. Получается 10 Бенов. Тихо, вы все перепутали. Вы действительно не смотрели мультик Бен Тен? У меня есть бог земли. Короче, ребят, это специальный браслет инопланетный, которая позволяет тебе превращаться в любого из 10 инопланетянинов. Смотрите, я нашел инопланетную жизнь, ребята! А, быстрее, я спасу вас! Я спасу вас! А, ой-ой-ой, что-то, по-моему, оно злое. Бежим отсюда! Его не исправить. Райм, дай-ка мне пока что сейчас Амнитрикс, пока ты не превратился в какого-то монстра и не разнес нам тут все подряд. Монстра? Так можно, что ли? Нет, нет, отдай Амнитрикс, отдай, Амнитрикс, я быстрее. Я хочу Райм, доверять, как стать монстром. Подожди, тут есть какие-то кнопочки непонятные. Нет, я вижу, как ты выбрал. Подожди, ты выбрал четырехрукого, не превращайся, ты все разрушишь. Почти нажал. Нет, нет, не смей, не смей. Отдай мне Амнитрикс, отдай пока все. Так, все, все, все. Сумасшедший, блин, дурак. Взял меня это и сбил. Нам нужно, во-первых, найти какое-нибудь укрытие, где мы сможем с вами... О, деревня, прям здесь, круто, отлично. О, деревня. Тогда на этой деревне сейчас я протестирую этот Амнитрикс. Ребята, вообще-то это на меня метеорит упал, поэтому это моя штука, я ее заслужил. Тебе не привыкать. Смотрим. Ладно. Опа, опа, фу... Четырех руки. А ну-ка. О, ребят, у меня получилось. Ребят, подождите, у меня есть какие-то способности Sonic Clap. О, смотри на себя, ты краб красный, большой человек. У меня почему-то дергается вверху полоска Амнитрикс тайма. А, это там показывается, сколько времени у меня осталось. Смотрите, что я могу. Бабах! Ой-ой-ой, бедная корова. Давай на мне пробуем. А может на Райме? А давай. Ай. Ты офигел, что ли? Это мега-волна, радуйся, что она не наносит урон. А что еще я могу? Explode Jump, взрывающийся прыжок, супер прыжок. О! Вау. Ух ты! Ребят, эти прыжки какие-то немножко дерганые, но они реально супер прыжки. Ты можешь на бешеное расстояние с помощью их прыгать. А, давай взрывной прыжок. Вы точно уверены, что хотите это увидеть? Подожди, нет, стоп, градус, подожди. Юни, держи яблочко в курином бульоне, это Джек делал, вот вкусное о, очень. О, я люблю его яблочко. Короче, ребят, сейчас у нас будут какие-то жертвы по-любому, потому что я сейчас буду прыгать. Если хотите, чтобы я задавил Райма, пишите комментарии об этом. Ой. Я думаю, за этот Амнитрикс можно поставить уже прямо сейчас лайк за такое крутое превращение. Ладно, посмотрим, что будет еще дальше. Давайте так, Райм, у тебя есть каска черепашьего панциря, становись сюда. Ну ладно. Опа, мега прыжок, баба! Пшеничка! Опа, мега прыжки, привет, Райм! Пшеничка! Градус, успокойся, градус, тут пшеничка! Ее нельзя обижать, ты офигел, что ли? Ай, ты что, проблем хочешь? Ты знаешь, сколько у меня урона? Не, ребят, он реально аферист. У меня столько эффектов, что это за сила 6 у меня. Ребят, вам лучше со мной не сражаться, я так-то убью любого, хоть эндер дракона за пару ударов. А погнали, убьем эндер дракона. Боюсь, не получится, Юни, потому что вот-вот сейчас время Амнитрикса закончится, я превращусь в обычного человека. Игра, такой-то никому не нужен, верни форму. Как это я никому не нужен, а как же моим подписчикам? Нам нужно победить эндер дракона. Мой Амнитрикс прям издал звук, то, что он перезарядился. Кто хочет следующий превратиться? Я, точно-то я первый нашел, хотя нет, ладно, дамы вперед. Я уступлю. Юни, держи цветы. Градус, держи гробы. Лайк, если Райм с Юни сошли с ума. Окей, Юни, держи Амнитрикс, а мне пока что нужна немножко еды, чтобы восстановиться. Юни, давай, я полностью себя защитил, в принципе, можешь превращаться. Ой. Юни, ты крошечная. Это таракан, его надо прихлопнуть, у меня есть морковка, на тебе. Не бей, Юни. А знаете что? Чё? Я ничего не могу. Хорошее превращение. Я не помню, кто это. Не, подожди, оно высоко прыгает. У тебя есть какие-то способности, я не помню какие. Попробуй что-то сделать. Ну, я умею вот так прыгать. Классно, да. Юни, ты выбрал очень полезное превращение. Прям все мечтают о нем. Ну, я бы хотел прыгать на 2 метра, кстати. Ну вообще, ну говно ж превращение, по сути, да? Вообще, да, на самом деле. Вообще, да. Офигели, это прикольный персонаж. Валим отсюда, валим, 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 валим.
Она сошла с ума! Я тебя Джеком назвал один раз, ты же не против? Я тебя на утку пущу жареную. А! Юни, все, успокойся, Юни, хорошо, хорошо. У тебя самый топовый персонаж, он может взрывать всех, мы поняли, что он крутой. Все, хватит. Да, это кузнечик или козявка, я не знаю. Но этим персонажам удобно прятаться. Нет, неудобно. Смотрите, я застряла. Она может летать неплохо. Ну, я бы не сказал, что она прям неплохо летает. Нет, это все равно какая-то загадочная штука. А нет, ты спряталась в дереве. А ты что, сквозь блоки проходишь, Юни? Да. Классное появление. А долго у тебя еще будет работать Омнитрикс? О, Юни, время твоего Омнитрикса прошло. Теперь давай, давай его Райму. Сейчас он будет прощаться. Ой, кажется, жизнь хотела подобрать Омнитрикс. Ты чё? Это не твою. Ты чё, быканул? Это Райма Омнитрикс. Точнее, он наш общий. Пошли, пошли отсюда. А ну, Райм, что там у тебя? Ты... О, да что ты там выбираешь постоянно? Неужели нельзя определиться так наугад? Класс и все. Как будто ты всех персонажей знаешь. Ребят, я выбрал раз, два, три. Не, ну он лох, он не может превратиться с Омнитрикса. Омнитрикс упал на него, но это вообще ему не помогает им пользоваться. Мне кажется, ему мозг отшибло. Смотрите, Экспеллиармус. Нет, подождите, Ритусепра. Авада Кедавра. Дай мне Омнитрикс. Мне хочется превратиться в что-нибудь интересное, а не так, как ты, а абракадабра и умираешь. Ага, это я превращался, это я превращался. Смотри, Райм. Опа! Не получилось, видишь? Хопа! Не получилось. Хопа! Получилось! О! Что я? Ух ты! Комары нынче гигантские! Чё это? Я завис в воздухе. Я могу летать! Либо ты фея, либо ты комар! Подождите, я могу просто полет у меня есть. У меня есть газ какой-то и слайм-бласт. Ой, я это прыжок? Это такой прыжок? Сейчас, подождите, подождите. Мне надо спуститься. Газ, какой-то газ. О! Ух ты! Чё за газ? Он меня так откидывает. Юни, лови газ. Ой, у меня есть сушение на мне. Ой, я ничего не вижу, я слеп, как будто от самого. Ох, вот это сильные у меня способности, только солнце видно. Слайм бласт, смотрите. Но мы не видим, ай, медлительность, слепота и от это, и сушение. Ага, и просто, значит, полет, самая обычная способность. Слушайте, ну неплохой жук, таким можно еще летать и крушить, я не знаю, что с жителями произошло, почему у них головы белые? Щит. Это по сути бесконечный лук. Таким вот так вот стреляешь до бесконечности и получай, 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 получай. Градус, 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 иди сюда, ты где? Ты что, меня все равно не видишь? А, градус, короче, дай мне бластер этот, я сейчас тоже хочу превратиться. Райм, что ты со стеной разговариваешь? А, ой, извини, градус. Короче, что-то какой-то ты сгорелый что? Последнее Юни, время. Юни, короче, погнали, дай погнали, мне куда погнали, ты убегаешь от меня? Юни, пошли, пошли, он не заметит, да. Заметит, да. Да, у него и так не получается. Юни, градус, что вы это шепчетесь? Я же рядом с вами стою. Короче, Юни, короче, все, Райм, да, удачи тебе. Мы пошли с Юни пользоваться Омнитриксом вдвоем. Вы офигели, что ли? О, все, прошло. Ну-ка. Меня кинуть решили, значит. Ну-ка, ну-ка, иди. Получай бласт, так, получай бласт. Так, тихо, тихо, Райм. Сейчас у меня закончится. Ты что, ты хочешь, чтобы я тебя в газ пустил? Нет, только иди газ, все, успокойся. Получай. Да. А все. А надо было раньше. Зачем я зашел в собственный газ? Ладно, Юни, давай дадим Райму очередной шанс. А то действительно, на его бедную бошку метеорит прилетел с Омнитриксом. Ой. О, это я сделал? Нет, нифига. Держи Омнитрикс, он разряженный. Теперь жди, пока он зарядится. Ну спасибо, блин. Либо ты сейчас станешь таким же крутым, как мы, которые можем превращаться в разные существа, либо останешься нубом. У тебя есть одна попытка. Ну как одна попытка? Это уже сотая попытка. Ты столько раз пытался, у тебя ничего не получалось. Соберись, тряпка! Ты должен это сделать! У него ничего не получается, Юни. Давай заберем снова у него Омнитрикс и пойдем дальше по своим делам. Фу, забирайте, я ухожу и умываю руки и ноги, все. Вы мне больше не нужны. Земля ему металлом, короче. И возвращаемся тогда обратно в деревню. Если без Райма, то без Райма. Короче, не фартануло ему, не повезло. При том, что он самый загадочный и больше всего похож на инопришельца среди нас, но... Точно! Что? Он и есть инопришелец. Поэтому он не может превратиться. Вот он, конечно... Лох. Наверное. Подожди, я превращался, теперь твоя очередь. Превращайся. О, Юни, во что ты превратилась? Ты похожа на Райма. Райм, где ты? Он где? На меня кто-то похож? Подождите, ребят, я ногу, по-моему, сломал себе. Ну, что страшного, я бегу к вам. А почему ты превратилась обратно? О, Райм, прибежал ты? Вот, Юни похожа на тебя. Нога. Сейчас зуб. Ой! Ё-ё-ё-ё-ё! Что это? Что это такое? Я не помню такое превращение. Ребят, если вы знаете, что это за превращение, напишите, пожалуйста, в комментариях. Как называется этот инопланетянин? О, смотрите, что могу. Какой-то водный персонаж. А ну, попытайся что-то. Ты можешь летать, как большинство из них? Да. А что еще? Я могу управлять водой, написано. Ну, я вижу, ты тут воды поразливала. Кто будет убирать? Пушка, пуф. О, не, ну выглядит прикольно. Эффекты прикольные. Ой, тут вода еще так классно падает в итоге. Ребята, что? Ребята! Я стал железным человеком. Ты стал огненным человеком, а еще тебя потушили, и ты выглядишь смешно. Юни, не убивай его. А как ты смог это сделать? Я снял шляпу свою. На самом деле, пока я бежал, там упал еще один такой метеорит. И, короче, я устал бежать, я, пожалуй, прилягу.
Райан, ты можешь летать! Нажми на shift. Shift. Короче, ты, блин, взяла весь мой огонечек, это потушила, и теперь я не могу летать. А, кстати, это возможно, что твои силы потеряны из-за того, что ты попал в воду, и тебе придется найти лаву, чтобы возродить свои силы, просто напитав ее оттуда. Юни, у тебя еще долго будет длиться превращение? Ой, ты такая грозная. Нет, это 10 секунд. Я вообще такая, ух. Ты как будто какой-то безумный персонаж, какой-то злобный ученый. А Райан просто, не знаю, лысый маг огня. В смысле, я Тони Старк, я железный человек, во мне не видно, что ли? Я посплю еще немного. Самое время мне в очередной раз превращаться во что-то прикольное! Вау! А сколько я урона вам наношу? Ай! Ой! 4,5 сердечка! Ты видел, он какой-то шар превратил? Вау! Смотри, я могу урон наносить в нем? Подожди, хопа, Юни, бабау! Не можешь, ты очень эпично выглядишь. Тут как-то можно наносить урон, я точно знаю. По сути, я могу катиться сквозь любые препятствия довольно быстро. Здесь есть такой персонаж, молния. Он намного быстрее перемещается, чем я. Тупо токийский дрифт. Ну я рад, что у тебя получилось хотя бы хоть во что-то превратиться. Ты теперь оказался не таким бесполезным, как казалось. О, нет, я все-таки наношу урон. Я просто, наверное, персонажем не могу, а животным могу. Хопа! Да. Смотрите. Это была Наташа, признавайся. Нет, а давайте реально сейчас дождемся ночи и толпу зомби просто убьем. Давайте. Ребят, наступила ночь, мы собрали толпу зомби, а теперь самое время протестировать свои способности на них. И я качусь. Ты не знал тот факт, что они за нами бегут. Я наношу им урон, но они также наносят урон мне. Так, катимся. Мы их давим, постепенно давим. Мне интересно, сколько я урона им наношу. Просто непонятно. Так, маленькие зомби, маленькие паразиты. Я вас давлю. Бежим отсюда. Мой амнитрикс почти разрядился. Я скоро превращусь в обычного человека. Но я, по сути, почти всех задавил. Смотрите, у меня получается. Давай. Ну все, получается все. Ой, валим в деревню, я стал человеком. О, с добрым утром, у меня есть картофель. И на утро как раз мой амнитрикс перезарядился. Ребят. А смотрите, что нашла. Черный омнитрикс. Черный? Где ты нашла его? По дороге валялся. Неужели в нашем мире просто какой-то капец происходит и везде падают омнитриксы? Звучит как самый обычный день в Майнкрафте. И поэтому я предлагаю сейчас нажать на колокольчик, поставить лайк, подписаться. Ну, в общем, все как всегда по классике. Я думаю, мы с ребятами еще сейчас пару раз превратимся в каких-то монстров. Но поскольку тут еще очень много таких превращений, можно будет записать еще вторую часть, если вам очень понравится. Поэтому 7000 лайков, я думаю, вторую часть выпустим. Ой, Юни, это ты? Да, она ездит на этом, на велосипеде на каком-то. Это и есть молния персонаж, он мега быстрый, он самый быстрый среди всех этих инопришленцев. Ё-моё, инопришленец, бежим отсюда, градус. Я тоже хочу в него превратиться, а ну сейчас будем вдвоем вместе с тобой гонять, Юни. Я не могу его найти, где же он? О, я его пропустил, как вернуть его? Хопа, ой, я не в того превратился. У меня тоже есть способности, да, и вот я могу яблоки есть, вот так вот. Рэм, ты бесполезен, превратись в что-нибудь нормальное. Был бы метаморф, я превратился в свинью. Ребята, у меня для вас есть классная новость. Какая? Мне тут один житель кое-что дал взамен на яблоко в курином бульоне. Только не говори, что это очередной амнитрикс. Нет. Возможно, он меня обманул, потому что яблоко в курином бульоне все хотят получить. Но он сказал, есть один ритуал, который призывает метеориты и вместе с метеоритом вот эту технологию. Ты имеешь в виду амнитрикс? Ну, какой-то клуб Винкс, да, непонятный. Короче, смотри, копаем нору, кричим все втроем, а в МБВ вокруг этой ямы, это обязательно. А в МБВ, а в МБВ, а в МБВ. Он не поможете, да? А я сбегала в край. Уже? Она мега быстро, говорю, это флэш, просто флэш Бен 10 Юни. Щепоточку вот этого и вот этого. И, о, меня обманули, ребят, меня, по-моему, обманули. Я бы на том месте отошел. Реально, амнитрикс выпал. Ребята, я какаю в туалете. Смотрите, теперь я смогу, наверное, превратиться. Все, уже и мой амнитрикс перезарядился, но мы теперь можем... Воу! Райан, ну ты нуб, я тебе отвечаю, ты правда, ты уже который раз просто пытаешься превратиться, у тебя ничего не получается. Там был какой-то этот самый значок эндермена, я превратился в себя, то есть это значит то, что я какой-то рептилоид, правда, да? Тут есть какая-то способность, водяной контроль, а ну-ка, сейчас я подхожу к воде и... О, смотри, вот как это работает. Я могу иссушать, а потом стрелять водой. О, это чё, аватар? Чё типа того, я по сути вместо губки буду. Ой, Юни, это ты взрываешь там? Да. Ой, да. А как я это сделал? Подожди. Ой, Юни, что за бред? Где вода? Тушите меня быстрее. Я бросаю какао бобы, и почему-то все взрывает. Я умер, ты меня убила. Все, новая команда. Винкс собрались, теперь мы будем спасать мир таким вот образом. Я Бен 1.
Ты Юни один. А я Бен Тен пока что. И со мной Райм зажигалочка. Я сплю. Я вижу. Самое время превратиться в обычного градуса. Райм, ты бы тоже превратился в обычного Райма. Короче, ребят, вот такая вот первая часть. Это только половина от всех этих инопришленцев. Поскольку мы еще не полностью разобрались с Амнитриксом, я предлагаю продолжить уже в следующей серии. Поэтому, если что, вы знаете, что надо делать. Подписываться на канал, ставить лайки, когда наберется 7000 лайков, мы выпустим вторую часть. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить эту самую новую часть. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения и ёпчё, пока! Всем пока! Всем пока! Пока всем!